Приветствую вас. По моему мнению, исключительно все проявления психосоматики являются индивидуальными, ну то есть индивидуально личными, скажем так. И, соответственно, какого-то уникального механизма определения, что значит, уникального механизма нет. Отражение причин психосоматики. Вот. Но. дело в том, что важно понимать, что ключевую, главную роль играет здесь именно, как бы так сказать, ключевую, главную и важную роль играет здесь именно то, что вы чувствуете. То есть, какие ваши чувства стали, ну, возможными, да? Что у вас за чувства, к примеру, стали возможными, вот, в результате такого вот проявления. Если говорить в общем, то в области сердца это запрет на чувства. Если вот про область сердца, да, то это запрет на чувства. То есть это запрет на, на то, чтобы вы чувствовали, да? Вот, это запрет. Если вот именно сердце. Что касается подбородка, да, что касается, соответственно, в области рта, а не менее, да, губ, то здесь мне думается, что есть запрет на выражение, именно выражение, да, своих, значит, ну, своих чувств. Вот, есть запрет на выражение, именно выражение своих чувств. То есть есть запрет на то, чтобы что-то высказать, чтобы что-то выразить, вот, и так далее, И это, на самом деле, ключевой момент, да? То есть можно вас спросить, например, скажите, пожалуйста, да? Как часто вы не говорите того, что вам, к примеру, хочется? Вот. Как часто вы не высказываете то, что вам
нужно то, что вам интересно, то, что вам важно, вот. А как часто это происходит у вас конкретно? А очень важный момент, в каких именно случаях это происходит? То есть, когда это происходит? В каких моментах это происходит? Реакцией на что является психо такая вот, ну, психосоматика такого типа, да? Вот. Это очень все важно, на мой взгляд, понять для себя. Это все очень важно, на мой взгляд, выделить, вот, и, соответственно, с этим уже разбираться, соответственно, да? Вот. Значит, знание, именно знание того, что, ну, того, что это значит, да, знание, вам, на мой взгляд, ничего не даст, потому что, вы не можете сами это сделать. То есть у вас как бы привычка такая тоже появилась, да, привычка поступать именно так. Грубо говоря, на вас кричат, да, или, или говорят о том, что, ну, говорят о том, что что-то вам говорят, да, вот, на вас кричат, а вы ничего не можете ответить. Вас оскорбляют, к примеру, а вы ничего не можете сделать. Вот. И как бы это привычка. И вы для себя в этой привычке что-то находится. Какая-то историчная выгода от этого. И эта выгода, она будет... Эта выгода, она будет вам мешать выходить из этого сценария. И, соответственно, нужно сперва понять, для чего вы это делаете. Вот. Зачем вы так себя ведете? Что вы как бы, ну, что вы хотите, что вы получаете? И только тогда, уже научившись получать то, что вам нужно, вы сможете выйти из
текущего сценария и делать, к примеру, да, что-то другое. А до тех пор вы будете, скорее всего, значит, защищать, значит, свою позицию в корне, несмотря на то, что вам будет хотеться от нее избавиться, вот. И, собственно, процесс будет блокироваться. А если бы вы рассказали нам, значит, ну, в результате чего у вас появляется такая реакция, вот, то было бы лучше, конечно. А так это можно, ну, только можно только гадать, значит, что именно вызывает у вас такую реакцию. Вот, гадать, если честно, не хотелось бы, потому что, ну, нет ничего хорошего в этом, вот, и вам помочь хочется. Поэтому лучше всего будет, если вы просто вот расскажете свою историю, вот, расскажете, значит, как бы, что с вами произошло, вот, и мы сможем вам уже помочь, да, существуют техники, существуют, значит, приемы, вот, и как бы вы сможете освободиться от этого. С другой стороны, может быть, вот это чего-то защищает. И тут тоже нужно подумать, от чего, может быть, вы защищаетесь. То есть, может быть, ну, может быть, вам это несет какую-то пользу. Так что я полагаю, что не надо спешить избавляться от тех моментов, которые вы сейчас чувствуете. Надо сперва понять, что значит ваша реакция, да, что она означает. Вот. И грамотно подойти к вопросу, вот, потому что лишать вас каких-то механизмов, да, возможно предохраняющих от проблем, мне кажется, ну, не очень бережно по отношению, опять же, к вам. Вот. Вот так вот.
можно ответить вам на ваш вопрос. Я понимаю, что этого мало, вот, но больше информации вы никакой о себе не представили. Вот. И, соответственно, остается делать только такие вот выводы. Вот. Что касается будущего, да, то, что вам написали, что это связано с будущим, вот, то мне кажется, нет. В том смысле, что на будущее человек может реагировать как и на обиды. Человек может реагировать по-разному. Вот. И это может быть, конечно, реакция на обиды, это может быть проявлением анального поведения, анального типа личности. Вот. Но это слишком, мне кажется, не точно. Вот. Так что вот примерно так. На этом все. Я надеюсь, что вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне куличку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Вот. Не торопитесь избавляться от тех механизмов, которые дает вам тело, подходите к этому грамотно. Вот. Всего вам самого доброго и успехов!